Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Ссылочку на LeEco LeMax 2 вы найдете в описании к видео. Можете приобретать его в проверенном магазине. Также есть ссылочки на другие интересные товары. Обязательно посмотрите. Итак, всем привет, и тут у нас небольшой обзорчик LeEco LeMax 2, флагман на вырост. В России на одного производителя смартфонов стало больше. Компания LeEco с Поднебесной анонсировала старт продаж LeMax 2, навороченный по характеристикам флагманской модели с привлекательным ценником. LeEco ставит на комплексный подход. Вендор делает собственные электромобили. Среди его разработок также есть велосипеды на Android. Кроме того, компания еще знаменита и своими телевизорами. Но сегодня ограничимся обзором топового смартфона с более-менее вменяемым ценником. Итак, технические характеристики LeEco LeMax 2. Экран IPS 5,7 дюймов, Quad HD 515 ppi точек на дюйм, емкостный мультитач. Процессор 4-ядерный 64-битный Qualcomm Snapdragon 820 с тактовой частотой 2,5 ГГц, графический ускоритель Adreno 530, операционная система Android 6 Marshmallow, оперативная память 6 ГБ, встроенная память 64 ГБ, связь GSM, UMTS и LTE, а LTE там бендов целая куча, немерено. Итак, я их сейчас перечислю. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 38, 39, 40 и 41. Этот телефон вмещает в себя 2 нано-сим. У него есть технология Dual Standby, как и у очень у многих телефонов. Эта технология называется еще DSDS. Дело в том, что как она работает, я уже объяснял в предыдущем ролике. Это попеременная работа симок. То есть пока вы по одной разговариваете, другая не активна. Это, конечно же, огорчает. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth и ИК-порт, навигация GPS, GLONASS и Beidou. Камеры основная на 21 мегапиксель с оптическим стабилизатором изображения и двухцветной LED-вспышкой. Фазовая фокусировка фронтальная на 8 мегапикселей. Датчики. Датчик освещенности, приближение, акселерометр, холла, микрогироскоп, компас, ультразвуковой сканер, отпечатка пальцев, аккумулятор на 3100 мАч, несъемный. Поддержка Quick Charge 3.0. Габариты 156,8 мм по высоте, 77,6 мм по ширине, 8 мм толщина, вес 185 граммов. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.